Автомобиль – не единственный способ передвижения. Неделя мобильности пришла в Беларусь. Тебе не все равно, каким будет завтра. Ты хочешь, чтобы родной город стал безопаснее, чище, удобнее. Ты думаешь о своих детях и внуках. Ты живешь интересно и ярко. Загляни в свое будущее хотя бы на день. 22 сентября – добровольная акция «День без автомобиля». Приходи без машины.